Привет, охотники, с вами Джорах. Сейчас я участвую в соревнованиях на дикого кабана. Вернее, даже в двух соревнованиях. Первое — это надо завалить самого крупного, тяжелого. Тяжелого самого. Пока что там, я смотрел, где-то 200 килограмм надо найти особь. И максимальное количество баллов. Второе соревнование. Ну, сейчас будем искать. Искать наших свиней. Мы в начальной локе. Заповедник Logger Spawned. И идем там, где водятся свиньи. Олень. Вот шел я, шел и наткнулся на оленя. Ух ты, свиньи где-то рядом. Нет, оленя, значит, стрелять не будем, пойдем к свиньям. Блин, не успел. Ай. Слушайте, как идет. Топ. Вот так вот. Вот он пошел. А говорят, я ж тихо разговаривать стал. Говорят, нельзя найти оленя, новички. Вот ищут оленя, самца не могут найти. Вот, пожалуйста. Тупо шел и нашел. 60-105 килограмм. Сколько я в игре? В игре я 23 игровых минуты. Пожалуйста. Да елки-палки. Вот вам олень. Так, ладно. Можно считать, что ему повезло. Вернее, пусть считает, что ему повезло. Потому что нам нужна свинья. Они где-то тут пищали. Так что, если бы я по нему стрельнул бы, они бы разбежались бы. Сейчас пойдем искать. Так, мы вообще не имеем ничего. Ни манка, ни костюма, ни нормальной винтовки с оптическим прицелом, чтобы можно было на расстоянии валить этих гадов. Поросят. А имеем кепку, футболку и вот это вот гладкоствольное ружье. Так, где же эти свиньи? Идем дальше. Так, ух, ух, нифига себе. Меня прибили. Меня съел кабан. Вот это я поохотился. Жесть. Даже не понял, что это было. Фух. Да. Я аж вспотел, блин. Сволочь. Ничего, сейчас мы вернемся. Первый раз в жизни я такое видел. А я не верил, что они нападают. Ладно. Идем дальше. Искать кабана. Так, у нас дождь. Где-то здесь верещал кабаняра. Главное теперь опять, чтобы нас не загрызли.
Подойдем в притул. Ага, вот он лежит. Отомстили. Отомстили гаду. Сто 86 килограмм, 833, маловато. Право легкое, левое легкое, лопатка, туловище. Ну ладно, что мы имеем? 57 место по весу. И 7 позиция. Поэтому неплохо. По очкам 7 позиция. Ну, маловато, блин. Ладно, идем дальше искать. Ну, какой-нибудь крупнячок попадется. Ползем, ползем. Ползем мы за койотом. Давно хотел койота стрельнуть. Только где он? Хрен его знает. Стоит. Да. Охота из кабана превращается в охоту на хищника. Ладно. Это так, ради развлечения, то что кабана никак найти не могу. Так, что у нас здесь? Собака. Койот какой-то. Койот как не койот. Семнадцать килограмм. Так, пойдем к вышке. Может, там кабаны будут. Так, мы на вышке, но что-то нигде никого вообще не видно. Думаю, сидеть здесь смысла нету. Манков нету никаких. Чтобы кабанчика к нам приманить. Так что пойдем искать. Вот это место. Они крутятся на одном месте. Здесь 2. Ага, вот 3. Заблудились мы. Сто 135 килограмм.
Чернохвоста. Говорят, нельзя найти чернохвостого оленя. Да вы здесь валом. Даже больше, чем валом, блин. Мне нужны свиньи, а мне оленей дают. Что за фигня? Так специально. Так. Бомбануть, что ли, оленя? Сто семьдесят, 110. Ладно, еще до одной вышки сейчас дойдем тихонько. Может, там поросята появятся. Что вообще голяк полный. Итак, добрались мы до вышки. Где-то здесь верещал. Блин. Нафиг ты мне нужен, олень, а? Вот собака. Спугнул, наверное, из свиней. Блин. Зараза. Ладно, сейчас пойдем посмотрим. Аккуратненько поднимемся на вышку. И посмотрим. Возможно, и не убежал. Я сомневаюсь, я в этом сомневаюсь. Никого нету. Что очень печально. Так. Что получается, не зря сделаны эти кормушки для свиней. И продаются нам. Так же самое для медведей. Тоже пытался охотиться, ходить за ними очень долго. А сейчас вот уже полтора часа брожу. Брожу полтора часа, в итоге что? Нашли кабана, который нас, вернее меня, затоптал. Одного взяли. Потом по дороге это там еще одного спугнул. И шкурку койота взяли. Все, все за полтора часа. Что-то вообще никак. Мне эта охота вообще не понравилась. Обычно кабана валом, а здесь что-то тишина. Выстрелили, наверное, всего уже. А, блин, даже не знаю. Наверное, в дальнейшем возьму кормушку. Можно будет ставить вот так вот где-то под вышкой. И потом их
топтать. Так, ребята, на этом все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Спасибо за просмотр. Всем удачи!